Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, сегодня мы протаптываем дорожку в мире Буцефаландр. И я с гордостью хочу сказать, что информации по этой Буцефаландре я не нашел. Поэтому ролик будет короткий, основанный на рассказах очевидцев и моем личном опыте. Сразу хочу сказать, что эта Буцефаландра, она импортная, и я купил небольшую кочку, ну как купил, выпросил продать мне у человека, который держал коллекцию поэтому сомневаться в правильности названия мне не приходится. Итак, Буцефаландра Булу Аям. Еще хочу сказать, что есть форма Red. Булу Аям Red, которая по сути вообще-то не Red, а какой-то синяк. Ну то есть она больше офигевшие какие-то наплывы имеет, чем красные оттенки. Но не суть. Булу Аям Red у меня вообще-то нет. То, что вы сейчас видите, это полностью тепличное взращивание Буцефаландра. То есть она средних размеров. Цветет, как и все практически буцефаландры, белыми цветами Долго адаптируется к росту в надводных условиях, если до этого росла в аквариуме Поэтому может показаться, что вы победили ее и сломали систему И что в аквариуме она растет значительно быстрее, чем на суше Но нет, это не так Если уж она импортная или же просто росла у кого-то в тепличке во влажных местах ваших Она будет расти быстро и без проблем по содержанию в аквариуме. Свет умеренный, а можно даже втопить до яркого. Кстати, в аквариуме приобретает космические оттенки, то ли синевые, то ли фиолетовые немножко. Эти оттенки отсутствуют на водной форме. Желательно, конечно же, внедрять углекислоту, э, ну и удобрения тоже. Не любят, когда ее закапывают, потому что может начать подгнивать корневище. Кстати, по размножению буцефаландр у меня был видос. Не поленитесь, посмотреть. В идеале, конечно же, привязать к чему-нибудь пористому, камню или коряге. В таком случае она через время намертво прилипнет к этому субстрату. Рыбами не пожирается. В меристемах, да ее фоток даже нет в интернете, какие уж там меристемы. Ну, может быть, кто-то и засовывал ее в мармеладки, но, по крайней мере, я не нашел. На этом все. Обязательно пишите, какие интересные буцефаландры есть у вас. А с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья.